Замечательный сувенир с замечательной казни, дамы и господа. Какую же великую тайну мы сегодня узнаем? Я скажу вам какую. Покупайте куклы Джерри Джексона. Джерри Джексон на виселице. Всего один пенни. Необыкновенная кукла всего за один пенни. Покупайте куклы Джерри Джексона. Слушайте, как Джерри Джексон оказался здесь. История о том, как его предали. Когда сэр Ральф Скелтон и его богатые дружки окружили гостиницу «Скачущий олень», их подкупили. Теперь мы знаем, кто предал Джерри Джексона. Говорят, это была женщина. Я возьму одного. Спасибо, миледи. Смотрите, руки и ноги двигаются. Какие странные вещи продают сегодня. Всего один пенни. Барбара, зачем ты сюда приехала? Я никогда не видела казнь. Это будет новое ощущение. Везут. Спасибо. Спасибо всем, что пришли. Я рад вас видеть. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Друзья, мне все равно, за меня вы или против меня. Главное, что вы пришли, чтобы устроить мне прекрасные проводы. Вам, милые дамы, я говорю. Не отдавайте вашу любовь, ваши ласки и ваши слезы таким злодеям, как я. Берегите их для того, кто их достоин, для честного и верного человека. Если такого найдете. А мужчинам я дам такой совет. Никогда не верьте женщине. Ибо как бы она вас не любила, она вас все равно предаст. За свою короткую и веселую жизнь я успел многих полюбить. Но лишь один, всего один раз я допустил роковую ошибку, доверившись женщине. Вот почему я здесь. Верьте мне, друзья. Только женская рука могла накинуть петлю на шею Джерри Джексона. Назови ее имя, и мы ее повесим. Все сказал. Боже, благослови мои друзья. А моих врагов пусть повесят. Так же, как меня. Мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет сердце мое и помышления мои в познании и любви Божией. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Несчастный разбойник попросил передать вам это письмо. Ну вот, моя смелая и порочная Барбара. Наконец-то и ты боишься меня. Не бойся. Джерри Джексон не из тех, что льет слезы, когда приходит час расплаты. Но если ты чувствуешь себя обязанной мне, отдай часть нашей добычи девушке, которая будет стоять у гроба. В ту ночь в гостинице она была рядом со мной. Она была моей любовницей до того, как я встретил тебя. И она мне не изменила. Прощай, милая Барбара, до нашей следующей веселой встречи.
Ему показалось, что у меня доброе лицо. Он просил меня помочь вон той бедной женщине. Дайте ей этот кошелек и скажите, что мне ее искренне жаль. Это истинно христианское милосердие, мэм. Можно мне прочесть письмо? Нельзя. Да пребудут со мной сейчас и в час моей смерти. Аминь. Мне не нужны ваши деньги. Мне не нужны подачки. Отдам в карете. Джексон все никак не умрет. Наверное, у него шея, как у быка. Пустите меня, пустите! Джеймс, думаете купить меня? Не выйдет! Не мешайте им, пусть дерутся сколько хотят. Не давайте знать, испортит нам праздник. Сделайте что-нибудь! Что здесь происходит? Уходите, ребята, уходите. Они напали на леди. Когда дерутся один на один, это честный бой. Не мешайте им. Это Кэролайн, идем. Смотрите, там драка. Голубушка. Барбара.